Доброго времени суток, уважаемые друзья! Многие задаются вопросом, когда же наконец-то фильм «Ополченочка» выйдет в общий прокат, выйдет в интернете. Ситуация такая. В 2019 году, в мае, мы смогли презентовать этот фильм и сделать премьерные показы. Первый премьерный показ прошел в городе Донецке. После этого мы сделали премьерный закрытый показ в Луганске и смогли с большим трудом организовать кинопрокат в Луганской Народной Республике. Как оказалось, только в Луганске у нас было всего два кинотеатра, которые могут сделать серьезный кинопрокат в DCP формате. И примерно полтора месяца фильм «Ополченочка» был в прокате в Луганске. Многие смогли посмотреть этот фильм. Тысячи людей из Луганска посмотрели нашу кинокартину. Многие из области, из республики приезжали, чтобы посмотреть наш фильм. Даже многие знакомые из России тоже приезжали, чтобы посмотреть фильм в Луганске. После этого встал очень сложный вопрос, чтобы этот фильм продвинуть в российский кинопрокат. Мы столкнулись с очень большой сложностью, потому что для этого нужны огромные финансовые ресурсы. Но наши продюсеры в Москве и те люди, которые стали всячески помогать нашему сложному проекту, посоветовали нам сделать кое-какие изменения в фильме, сделать определенный перемонтаж, то есть сделать некоторый ряд доработок. И мы сейчас занялись тем, что мы дорабатываем фильм. Для того, чтобы этот фильм вышел в широкий прокат в России, вышел на федеральных российских каналах, нужно сделать дополнительную цветокоррекцию, дополнительный монтаж, некоторый маленький пересъем некоторых сцен, работу с озвучкой сделать, и тогда мы наконец-то получим окончательную, итоговую, скажем так, самую лучшую версию для того, чтобы ее взяли в прокат в России. Для нас это очень важно, от этого зависит будущее вообще кинокомпании «Лугофильм», будущее вообще кинематографа нашей республики. Поэтому мы всячески извиняемся перед нашими подписчиками, нашими зрителями, особенно перед нашими земляками Луганщины, которые ждут с нетерпением этот фильм. Мы вас просим подождать немножко, и я уверен, что в этом году, в 2020 году, примерно к празднованию Великой Победы 75-летия, наконец-то этот фильм появится в открытом доступе, он появится в интернете. Так что, уважаемые друзья, ждем новую версию, ждем выхода фильма «Ополченочка» в интернете и в кинотеатрах России. Спасибо.